Приветствую вас, друзья, в игре Jedi Alliance 3. Приключения отряда Романа продолжаются. Сегодня я решил отправиться на поиски Ларри. Находится он в Кам-Саван. Такое вот задание у меня есть. Какой-то человек из частной военной компании, вот это Мерк, видимо, так. То есть здесь наняли до меня наемников еще вот из другой корпорации, вот какой-то Ларри. И вот он находится в Кам-Саван. Ну, наверное, его там держат в заложниках, я не знаю, потому что здесь вот этот Кам-Саван находится под контролем штурмовиков Легиона. В общем, сейчас мы туда отправимся и попробуем этого Ларри освободить. Вот, это у нас аванпост, который называется Кам-Саван. Трое бойцов у меня утомлены, поэтому мы делаем отступить. Эти отдохнуть. We're here. I mean, at this particular sector and all. Так, сейчас надо отдохнуть им. Так, контракты заканчиваются. У анаболика. My contract is almost at completion. You want to see more? Very good. I am excited to pummel more bad people for you. Продлил ему контракт. Так, там еще один будет. 4 часа вот у этого. My time's almost up. I need to know what your contract intentions are. Ух ты, какой-то дорогой стал, 20 тысяч. Looks like you got the big bad wolf all to yourself. Но это за 2 недели. Longer. Так, сейчас я отдохну. Они, видите, все утомлены. Так, ой, у Сдобы контракт заканчивается. Hello. My contract is expiring. Да, да, да. Good. I'm pleased we could come to an agreement to continue our contract. Все путем. Отдохнули и полны сил. Вперед. Вот теперь будем биться. 9 штурмовиков Легион Санитар, 2 пулеметчика, 3 гранатометчика. Ну, это мясники, ближний бой. Ну, без проблем их одолею. Поехали. Кам-Саван. Пустыня, жара, разведданных нет. Погода меня устраивает. Правда, почему звук дождя? Нету ведь дождя. А звук дождя есть. I will give you puzzle to complete during combat. Must try to do this with style. Так. Что у нас тут? Бочки кругом расставлены, которые можно... А, вон Ларри ходит. Слушайте, что-то знакомое местечко. По-моему, я тут уже бывал. Так, вот на этот пригорочек пошлите. Move. Сверху отснайперим. Команде требуется 5 КВВ в конечности. При штурмовых винтовок. Ну, такие задачи какие-то, знаете. Ну, можно выполнить, можно не выполнить. Вот отсюда я снайперил. Yes? Ага, он уже пулеметчик убил. Okay. Так, сейчас всех выставим. Quiet and efficient. Yeah, it is a shame they will not be able to watch me move. Анаболик никого не видит. И здесь ты не видишь. I will sneak up like a tree falling in the forest. Вот здесь видишь. Так, Барри, вот отсюда они полезут. Ну, Энди, на подхвате будешь действовать. Так, ну что, погнали? Ready. Стуба. Ты аж четверых видишь. What? Так, гранатометчиков надо валить. В первую очередь. Hey, mate. Погнали. Enemies! Quiet and efficient. Стуба. Good ambush position. Минус.
Побежали, ребятки. Так, зачем вот это задание автопобоище? Шумовинтов у меня нет. Убить 5 противников, попадание в конечности. Кого мы видим? В голову-то он сразу падает. А в конечности сразу не упадет. Так, а волк у меня почему никого не видит? Ну-ка, встанем. В голову. Вот так. Так, еще там один, да? Барри. Ну-ка, Барри, встань. Меня не видит никого. А этот? Тоже никого не видит. Ладно, подождем. Они сейчас будут оббегать. Здесь хорошая позиция. А может, снизу будут стрелять. Ну, хотя... Вряд ли у них снайперских пулеметов-то нет. О, ничего не себе, вряд ли. С пулемета лупанул. Там этот минометчик сам себя взорвал, дурачок. Из-под навеса стрелял. Балбес, смотрите. Решил из-под навеса стрельнуть мину в навес и сам себя взорвал. Балбес. Так, вот этого надо убрать. Пулеметчика. Минус. Так, этого. Get ready for a wolf bite, baby. Минус. That's how it's done. И шлем не помог. И вот этого Васю. Оприходуем. Минус. You fight just like my sister, only less Hungarian. Так, ну еще не все. Еще не все, ждем. Вот они, да, сейчас будут оббегать. Да, вот, сейчас мы их встретим тут. Hello. Hello, давай, Барри, встречай. Твой гость пришел. Good position to shoot. Так, можно очередью. По торсу. Руки. Голова. Давай по торсу. Хорошо вошло. Еще разок. Вот так вот. That is it. There is no more enemy. Больше нет врагов. Территория переходит под мой контроль. Так, пошлите с Ларри разговаривать. Understood. Мы его спасли или не спасли? Так, этих ултаем. Let us see what the Lord in his wisdom has given us. Ну, барахло всякое. Хотя вот этот снаряд для РПГ. Ну, я РПГ не пользуюсь. Let's move. Look, I found something. Здесь что? I have spotted a thing that wants an investigate. Вот этот дурачок сам себе забирает. Так, ну что, поговорим с Ларри. Hey, man, what's up? What's up? Амнезия. Медицина нужна. What kind of drugs have you taken? It sounds like amnesia. Amnesia? Man, I don't have amnesia. I just can't remember anything after I snorted some weird powder in this funny little town during the car. Oh, it was some cheap mix I got at the carnival celebration. Just wanted to test it, you know? They gave me a shot of something. Oh, man, would it... There is a valuable life lesson somewhere in this whole story. I wish there was some magic pill to clear my head, man. But all the pills I can take... Прими метавирон. А у меня он есть. Is that it? The actual shit? Oh, man, I don't even want to know. Oh, wow. Look at all the track marks. Добавь мне предмет, это Верон. Yeah. I guess. I
I remember I... Oh, I feel so alive, man! That shit's the shit! I gotta find some more of it. Можно мне пойти с вами? Вперед. Нанять бойца Ларри. Надо посмотреть, что за боец. Может, хороший. Разведданный центр Пантагрюэля на D8. Интересно, надо ему будет платить? Получен разведданный Diamond Red. А2. Ну я не знаю, давайте возьмем и нанять. Разведданный Камсаван, сектора 7. Hey, steroid. Got any, vitamins on you? Так, давайте посмотрим. Ларри вспомнил, кто он такой. По-прежнему страдает от зависимости. Вот это что за кресло? There is no sign of the necklace we are looking for. Слушайте, а он что, в моем отряде? Я не понял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Стоп, а куда делся AMD? Нет. Ларри, вот он, в другом отряде. AMD вон у меня. Давайте посмотрим на этого Ларри. Тут что за мужик? Тут у меня два отряда. Вот он. О, и он взрывник. 92. Слушайте, так может тогда Барри увольнять? Правда, у него меткость 62. Ну-ка, давайте посмотрим. Так, моя команда. Слушайте, он бесплатный, на службе. Ему платить не надо. Взрывник. Ну-ка сравним. Барри 96, взрывчатка. Он мне обходится в 12 дней 8000. Так, метка 73, а у этого... Ой, у этого 62 меткость, слабенькая. Навыки. В рюкзаке медведь. Не, Барри-то получше будет, у него интеллект 92. У этого 58. Сила тоже у Барри побольше, значит он таскать может больше. Ну я не знаю, ну-ка оставлю, он же бесплатный этот Ларри. Hi, mate. Got some business for me. Ты кто такой? Лысый. А чё, почему он у меня тут внизу? Лысый наемник. А где ты? А, вот ты где, в легенде. Ладно, мы его просто... Не знаю, как мне его использовать, этого Ларри. Барри-то всяко лучше. Ладно, пусть где-то околачивается. Пусть где-нибудь околачивается. Так, ну что, быстренько мы захватили этот сектор. И получили еще разведданные. Ладно, приключения продолжаются. Не пропускайте, ребятки, серии из игры Jedi Talents. Дальше будет интереснее.